Архитекторы из северной столицы обследуют речной вокзал. На сайте госзакупок опубликована информация о победителе аукциона по комплексному инженерно-техническому обследованию Волжского и Тверецкого крыльев речного вокзала в Твери. Компания Санкт-Петербурга, предложив выполнить обследование вокзала на 1,5 миллиона рублей дешевле заявленной стоимости работ, выиграла тендер. По итогам обследования инженеры должны разработать рекомендации для выполнения работ по восстановлению несущей способности конструкции, обеспечению сохранности объекта и дальнейшей разработке научно-проектной документации. При этом обследование не говорит о том, что объект восстанавливать будут. Решение примут после того, как специалисты подведут итоги обследования.